своем отце вспоминает дочь Надежда Тимофеевна с особой любовью, нежностью и теплотой. Видеоролик о ветеране Тимофее Филиппове смонтировали активисты школьного медиацентра, который был создан несколько лет назад благодаря победе учебного заведения в конкурсе социально значимых проектов фонда Александра Прокопьева. Старшеклассники для создания ролика использовали фотографии и видео из семейного архива фронтовика. Самое главное, ребята смогли передать то, что хотела видеть дочь. Это доброту и любовь к людям. У него не было врагов. Вот самое интересное, вот что в нем? Ни у кого нет, а у него было, у моего папы. Он был добрый. Вот человек ему скажет грубость, обзовет его как-то, вот прямо на скандал вызывает. Он как будто не слышит. Через две минуты где-то такую паузу держит, и потом начинает говорить, как будто ничего не было. Вот это попробуйте, не получается. Сколько пыталась, и никак. Папа Надежды Тимофеевны прошел две войны – финскую и Великую Отечественную. Дошел до Берлина и там встретил победу. На его кителе, рассказывает дочь, едва можно было найти свободное место. Все было в боевых наградах. Тимофей Иванович Филиппов – кавалер ордена Отечественной войны второй степени. Награжден медалями за оборону Сталинграда, за боевые заслуги, за отвагу, за взятие Берлина. Когда он возвращался в Бийск, конечно, там все вагоны были переполнены. Он ехал на крыше и весь это в саже приехал домой. Вот. Но приехал, конечно, к себе в деревню, где же ждала его мать, сестры и братья. Уже в декабре 45-го он устроился на работу. Тимофей Филиппов был шофером на Бийском мелькомбинате и на комбинате хлебопродуктов. Там же, на заводе, он встретил свою жену. Она была бухгалтером. Это были идеальные отношения, вспоминает дочь Надежда Тимофеевна. В доме никаких конфликтов, только любовь. Тимофей Филиппов умер накануне 73-й годовщины Великой Победы. Человек, прошедший две войны, прожил 104 года. Ну, это вот как бы на юбилее он тут сидит. Как этот... ему удалось дожить до своего возраста? Да. Он делал зарядку каждое утро, не ленился. Ролик о ветеране, смонтированный школьниками, как и другие работы участников конкурса, можно посмотреть на официальном сайте фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Проект «Мы победили, жизнь продолжается» посвящен юбилею Победы и проходит при поддержке главы региона Виктора Томенко. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком.